футбольном фристайле главное показать владение мячом, то есть руки на голове, сидя, стоя ногами. Футбольным фристайлом я занимаюсь с 16 лет, с 2009 года, то есть в этом году уже занимаюсь 8 год. Ну, вообще, заниматься спортом – это, конечно, большой плюс для организма. То есть в наше время, когда очень много заводов, очень много выбросов в воздух, нужно как-то поддерживать и здоровье.